поздравляем тебя с переходом в родину. Расскажи, пожалуйста, как прошли переговоры с клубом? Переговоры прошли хорошо. Родина вышла на меня. Я обсудил с семьей. Этот клуб для меня более подходящий. У тебя сегодня была первая тренировка. Какие эмоции, ощущения после первого дня в команде? Эмоции положительные. Ребята все хорошие, все хорошо прошло. И тренерский штаб тепло поприветствовал. Очень многих знаю. Ну, это наверняка Влад Адаев, да? Да, Влад Адаев, Асимир Гордюшенко. Почему ты сделал выбор именно в пользу родины? Самое главное заключалось в том, что у меня родился второй ребенок, и это самая главная причина. Вторая, возьмем, как они интерес проявляли, и тренерский штаб хотел меня. Мы знаем тебя как хорошего бомбардира. Какие цели ставишь именно в нашем клубе? Ну, я, наверное... Давно не забивал. У меня такой засухи давно не было, поэтому хочется поскорее начать забивать, приносить пользу команде. Поэтому максимальные цели, максимальные задачи, как на клубном уровне, так и в личных целях. Поэтому будем стараться забивать почаще.